на канале «Россия-1» состоится премьера 4-серийной мелодрамы «Формула жизни», выход которой ожидается 23 октября. В центре сюжета сериала Анна. Ее счастливая жизнь закончилась в тот момент, когда обрушилась крыша торгово-развлекательного центра, построенного ее фирмой 4 года назад. Есть жертвы и пострадавшие. Полиция возбуждает против Анны уголовное дело. Родственники погибших в случившемся обвиняют Анну и жаждут мести, а в прессе начинается жестокая травля. На фоне трагедии и всеобщей ненависти обостряются и без того сложные отношения Анны с обиженным и недооцененным зятем Виктором и с мужем Сергеем, которого Анна застает с любовницей. А вскоре от героини отворачиваются даже самые близкие люди, сын Антон и лучшая подруга Лена. Выяснится, что под завалами торгового центра оказалась дочь Лены и девушка Антона, Катя. Война теперь идет не на жизнь, а на смерть. И если Анна не сможет найти настоящих виновников обрушения, не только она, но и ее родные окажутся в смертельной опасности. Главные роли в сериале исполнят Александра Урсуляк, Петр Кислов, Анастасия Балякина, Тамара Акулова и другие. Премьера 4-серийной мелодрамы «Формула жизни» состоится 23 октября на канале «Россия-1». Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.